Если, как уже говорилось, в Иране нет традиции чаепития, то при чем тут самовары, которые украшают помещения отелей, ресторанов, стоят на улицах и в парках городов? Словом, встречаются на каждом шагу. Многие иранцы понятия не имеют о происхождении самовара и искренне считают, что это приспособление было изобретено в их стране, и даже считают самовар истинным символом Ирана. Однако предание гласит, что самовар привез из России четвертый шах Ирана из династии Каджаров Насреддин-шах 2 века тому назад, и этим дал толчок распространению новой моды. После того, как в начале 20 века чай стал постепенно вытеснять кофе, так как был значительно дешевле, мода на самовар стала массовой. Поначалу самовары завозились из России, но вскоре их начали делать местные умельцы, и русский самовар приобрел иранский стиль, восточные узоры и арабскую вязь. А вместо русского петушка на заварных чайниках появился лик того самого шаха.